И всем привет! С тобой Кровь Рома. И сегодня я записываю специально для тебя новогодние поздравления с 2023 годом. Для кого-то наступающим, для кого-то наступающим, неважно. Смысл один и тот же, то что 2023 год. Как бы в этом видео хочу обобщить, что с нами произошло в 2022 году, как бы как мы его провели. Поздравить тебя с 2023, само собой, да? Да, ребят, год был очень сложный. В моментах, конечно, он был легкий, в моментах был сложный, в моментах был очень сложный. Но, в общем, это реально сложный год, очень сложный год. Каждый его проживал по-своему. Пиши обязательно, как у тебя прошел Новый год в комментариях, как бы не забывай. Да, и лайк тоже не забудь поставить. Если что, ребят, это все Хромакей. Я первый раз записываю с Хромакеем, вот первый раз в жизни вообще не записывал никогда. Просто мне повезло то, что у меня зеленые стены. Не знаю, как это работает, тоже напиши, нормально это выглядит или вообще супер-мега плохо. Фон я подбирал очень долго, если он там есть, я его долго подбирал, если его там нет, то ты это видео не смотришь. Вот, елки у меня, к сожалению, нету дома, потому что она находится в деревне. А сейчас я нахожусь в доме, в квартире, вот. И елки у меня тут нету. Как бы праздновать я буду в деревне, сейчас я записываю видео у нас 30 декабря. Как бы я думаю, сегодня и выйдет это видео, 30-го, либо может ближе к 31-му, неважно. Но до Нового года, Нового года это выйдет обязательно. Значит, что, давайте обобщать. Да, ребят, год был, сложный. Для меня он прошел нормально, нормальный год. Да, сложно, легко, очень сложно. Это понятно, само собой. Каждый проживал по-своему. Но для меня прошел нормально. Я выиграл много очень соревнований по боксу. Конечно, были, к сожалению, и поражения, но побед гораздо больше. Мы в прошлом году с тобой не смогли набрать 1000 подписчиков. Но в этом году, как ты видишь, уже 3200 подписчиков. Больше 3000, короче, подписчиков. Просмотров почти 100 тысяч. Я, конечно, удаляю стрима, которые мало просмотров набивают, но я так посмотрел в студии, если бы я все это дело не удалял бы, все видео, которые я удалил, все стримы, которые я удалил, если бы я бы их не удалил, на канале уже было бы больше 100 тысяч просмотров, это 100%, и больше 5000 часов просмотров. Но мы не засоряем мой YouTube, только самое нужное оставляем, стримы, которые мало набрали сразу, остаются в этом же году, в следующий не переходят. Так вот, надеюсь, что мы с тобой в следующем году наберем 10 тысяч подписчиков. Да, это очень большая цифра, но я уверен, что мы с тобой это осилим. Значит, что, ребят, предлагаю каждому из вас вспомнить все хорошее, что с ним в этом году произошло. Да, я уверен, что у тебя есть такие моменты. Да, понимаю, что есть и плохие, но давай думать только о хорошем. Возьмем все хорошие воспоминания, все, абсолютно все хорошие, возьмем вот так вот, и вместе с ними перейдем в 23-й год. А все плохие возьмем вот так вот, и просто оставим в этом году, в этом старом году, который уже никому, к сожалению, не нужен. Все, переходим с тобой в 23-й год. Я хочу тебе пожелать от всего моего сердца, чтобы ты продолжал смотреть мой YouTube-канал, вот так вот, да, неожиданно. Также для тебя исполнение всех твоих желаний, мечты, если у тебя есть какая-нибудь... Исполняй, все свои мечты, старайся, учись в школе хорошо, не получай двойки, как я. Ладно, я тоже двойки, на самом деле, стараюсь не получать, тройки получаю, но это уже другая история, для отдельного видео. Желаю, чтобы ты не получал двойки, я тоже постараюсь это не сделать, вот. Учился хорошо, здоровье тебе, здоровье всей твоей семье, Торетто, говорил. Чтобы у тебя исполняли все твои желания, и в 23-м году ты стал еще успешнее, еще круче, вместе со мной. И смотрел мой YouTube-канал, как же без этого. Также, ребят, я хочу кое-что сказать, у меня есть куча ВК-групп, каналов Телеграма, но у меня только две основные, это одна группа во ВКонтакте, Кровь Рома Пейдж, и в Телеграме Кровь Рома Блогер, все. Остальные Телеграмы тоже мои, но самые важные только два. Также есть Дискорд сервер. Везде в этом году мы сделали больше 100 подписчиков, почти везде, по-моему, в одной либо в две группы в канала Телеграма мы, к сожалению, не смогли эту отметку преодолеть, но... В Телеграме больше 200 подписчиков. В ВК-группе, самое главное, тоже больше 200 подписчиков. В Дискорде там больше сотни.
как бы все это благодаря тебе сделано. Ну что, давай переходить плавненько в 23-й год. Ну что, ребят, все. Я с вами прощаюсь. По старинке, ребят, мне удачи, а вам в этот раз я пожелаю тоже удачи в новом году. Все, ребят, увидимся уже после каникул. Будут стримы, видео. Все, давайте, ребят.